давай на какую-нибудь мелодраму сходим. Да давай, чего? Слушай, а давай что-нибудь там, чем из Тарантино, чтобы крови больше было, да? Да, чтобы кишков побольше, да, и, прям и было. И материли, чтобы там постоянно, да? И секс там был, чтобы. Да это меня моя попросила, у нее эти дни. А, они просто очень классно впитывают, мы после стрелки. Мне, пожалуйста, молочный коктейль клубничный, а мне, пожалуйста, латте с ореховым сиропом. Слушай, Никитос, ты не думаешь, что заказ какой-то питерский получился? Девушка, и бодяры мне туда плесканите. Так нормально? Вот, ты понял? Я, короче, прям посреди дороги заглох, бензин закончился. Я жду друга, чтобы отсосать. Да я про бензин. Гуччи гай, гуччи гай, гуччи гай, гуччи гай, гуччи гай, гуччи гай. Так, ребята, открываем книжки. На чем мы остановились? Здравствуйте. Вентура, почему опаздываешь? Вентура, почему опаздываешь? Ты что, тут еще кривляться мне будешь? Ты что, за мной кривляться будешь? Быстро на место. Дай списать. Окей, не надо. А к доске у нас пойдет эйс. О, да. Слушай, братан, а что ты выберешь? Со страшной тёлкой переспать или чтобы тебе палец отрезали? Слушай, ну, наверное, со страшной тёлкой переспать. Палец нужнее. Слушай, а давай поиграем в порно-сайты? Brothers. Doki.com. Back. RedTube. Pornhub. Студентки. Приват. Asshole. New Sensation. Porn Pass. А какой у тебя идеал девушки? Ну, красивая, добрая, чтобы никогда не изменяла. Я думаю, от ее замка должен быть только один ключ. А ты будешь изменять? Я? У меня универсальный ключ. Так, ребята, открываем книжки. На чем мы остановились? Здравствуйте. Вентура, почему опаздываешь? Вентура, почему опаздываешь? Ты что, тут еще кривляться мне будешь? Ты что, за мной кривляться будешь? Быстро на место. Дай списать. Окей, не надо. А к доске у нас пойдет эйс. О, да. Давай, чего? Слушай, а давай что-нибудь там, чем из Тарантино, чтобы крови больше было, да? Да, чтобы кишков побольше, да, побольше и, прям было. И материли, чтобы там постоянно, да? И секс там был, чтобы. Да это меня моя попросила, у нее эти дни. А, они просто очень классно впитывают, мы после стрелки. Мне, пожалуйста, молочный коктейль клубничный, а мне, пожалуйста, латте с ореховым сиропом. Слушай, Никитос, ты не думаешь, что заказ какой-то питерский получился? Девушка, и бодяры мне туда плесканите. Звонишь ему поздно ночью и говоришь, что у тебя стрела. И он приезжает. Подруга, это когда вы даете платье друг другу на день рождения, обмениваетесь вещами. Расстался я с тёлкой. Ко мне приходит друг и говорит: красавчик, сейчас пойдем тусить, баб будем клеить. А если он говорит: ну, может быть, все обойдется, то... А вообще, настоящая подруга, она знает все твои секреты, с кем ты мутишь, кто тебе нравится. Если она кому-то это расскажет, я сломаю ей хребет. Или когда вам совсем скучно и нечего делать, и ты такой поворачиваешься и говоришь: слышишь, чувак, а может быть... И он такой дополняет: за пивасом сходим? Ну, а самая лучшая подруга, это когда ваши циклы синхронизируются. Что?
Ну, вы «Аватар» смотрели? Помните, там связь такая была? Эйва. Вот точно так же, только с месячной. Нам нужно в новом году от мамы съехать. Так я ж уже переехал. Куда? В соседнюю комнату. Да это не в счет. С Новым годом! Так, все, я бутылку открыл, меня больше не трогать, я спать. Нам нужно в новом году классных девчонок найти. Так у меня же есть. Какая? Да это не в счет. Так выпьем же, чтобы в новом году все было по-новому. Новый год настал, а ничего нового не происходит. Сына, Новый год! А какой Новый год? Это ж новый меч в игре вышел. И вообще нам нужна серьезная работа. Что, листовки пойдем раздавать? Да не так серьезно-то сразу. Можно сначала и почту поразносить. Серега, привет! С наступающим тебя! Где Новый год отмечаешь? В частном доме? Мест нету? Да ничего страшного, тогда в следующем году. Я полчасика перед Новым годом посплю, только не забудьте меня разбудить. Витал, с наступающим тебя, брат! Но как обычно, в Новый год вместе! Заболел? Египетская лихорадка? Ну, удачи тебе. Да я не верю в чудеса. Бой курантов, быстрей! Загадываем желание! Быстрее, быстрее! Алло, Саня! С наступающим тебя! Здравствуй, дорогой Антуан! Поздравляю тебя с наступившим 2018 годом, желаю тебе успехов в карьерном росте, благополучия в семейном счастье, здоровья всем твоим близким и, конечно же, блин. Здравствуй, Антуан, поздравляю тебя с 2018 годом, желаю тебе благополучия, здоровья и... Чё за херня? Антоха, поздравляю тебя с наступившим 2018 годом, желаю всех благ и... Главный мессенджер, ты будешь работать сегодня или нет, а? Чё-то как-то сухо поздравил, вот мудак. Чё, бензин закончился? Да, закончился. Я же тебе говорил, что мы не доедем. А ты доедем, доедем. Да не переживай. Всё, что не делается, всё к лучшему. Только ответственнее нужно быть. Как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Да ладно, чё ты? Сейчас доедем до заправки, нормально всё будет. Как говорится, без труда не выловишь и рыбки из пруда. Да, хорошо, что нас двое. Если я был бы один, я бы не справился. Как там говорится, один в поле не воин, так ведь? Слушай, а ты хороший друг. И вот не зря говорят, старый друг лучше новых двух. Да, мы с тобой сказочные долбоёбы. Сам долбой. О, дружище, привет! С днём рождения тебя! Слушай, я подарок дома забыл. Давай завтра принесу, окей? Может. Привет, дорогой. Нет ничего лучше, чем знали. Поэтому дарю тебе книжки. Печку растопишь. Я дарю тебе абонемент в бассейн на разовое посещение в другом городе. Очень нужная вещь. Лучший подарок, сделанный своими руками. Поэтому дарю тебе этот ствол от дерева, символизирующий нашу дружбу. Сколько лет мы знакомы? Очень долго думал, что подарить, и решил, подарю нашу с тобой фотографию. Правда, я не успел ее распечатать, в телегу скину, сам распечатаешь. Но ты же знаешь, я плохих подарков не дарю, поэтому видео в твою честь.